С начала правления Пашиняна и до начала военных действий было сменено 3 начальника Генерального штаба вооруженных сил, 5-6 директоров СНБ Республики Армения. Действующий премьер-министр Никол Пашинян ради укрепления собственной власти обезглавил вооруженные силы, одну из самых важных структур страны. Об этом заявил армянский военный эксперт Карен Вартанисян. Он отметил, что уже 100 дней в стране нет ни главы генштаба, ни руководителя разведки. Вооруженные силы страны практически обезглавлены. По сути, идет процесс разложения армии. К слову говоря, этот процесс, но в более осторожной форме, был начат еще до 44-дневной войны. Именно бесконечные кадровые изменения и стали одной из причин неготовности армии к войне. Он напомнил, что с начала правления Пашиняна и до начала военных действий было сменено 3 начальника Генерального штаба вооруженных сил. 5-6 директоров СНБ были заменены. Командиры всех армейских корпусов, за исключением 3-го, командиры не отслужили и года до начала военных действий. Из-за подобных кадровых изменений система находилась в условиях постоянных потрясений, заявил Вартанисян в эфире 5-го телеканала Армении. Баджарана Джангурбан. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.